מסיימים יומיים שאנחנו חושבים בהם על חמישה חברים שבחרנו. Мы заканчиваем два дня, когда мы думали о пяти товарищах, которые мы выбрали. Вопрос, как продолжать? Продолжать ли это упражнение или другое упражнение? Нет, упражнение, оно хорошее. Оно хорошее, только продолжать его, я не знаю, а продолжать ли его на всю группу, тогда это теряет просто свою концентрацию. Ну, поменяйте товарищей. Хорошо? Я не обязательно должен думать о Ниве, я буду думать о Муше. Или вот тут есть у меня несколько наших товарищей, которые из-за границы прибыли. Вот о своем ученике я буду думать, хорошо? Ну, почувствуй. О Цвике. Чтобы не было у него так все спокойно в ближайшие дни. Вот так вот. Выбрать их, как вы описали, чтобы они не были слишком близки, слишком далеки, просто поменять пятерку и продолжить с этим? Насколько можно более индифферентно? Нет, не равнодушно, а так, те, которые я обычно не выделяю. Это не обязательно Цвика, Ниф и Моше, а такие там, ну, те, которые там сзади сидят. Обычно. Такие люди, с которыми я не связан, чтобы мне было явно видно, насколько я их связываю с собой или нет.